По информации Министерства жилищной политики Московской области, уже в июле ключи от своих квартир смогут получить около 600 дольщиков ЖК «Высокие Жаворонки». Возведение микрорайона началось еще в 2014 году. В 2016 стройка была остановлена, а в начале 2017 жилой комплекс признали проблемным объектом. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, что передача ключей будущим жильцам ЖК является важной для муниципалитета задачей. Отметим, за полгода обманутые дольщики в Подмосковье получили уже 8 тысяч квартир.